матча, который состоялся в столице Казахстана, в Нур-Султане. Карагандинский Шахтер со счетом 3-0 обыграл Актюбе. Временем атакует сейчас Окжетпес, и Дарк Азорич замыкает передачу Калинина с фланга. Вот так вот проспали гол сейчас хозяева поля. Дарк Азорич шлет кому-то воздушный поцелуй. Ну а мы смотрим повтор гола. Зрячая передача Калинина. Здесь проспали подключение Дарка Зорича. И легионер Окжетпеса без помех отправляет мяч в противоход Самату Тарбаеву. Так счет в нашей игре становится 2-2. Я напомню, друзья, что идет всего лишь 30-я минута.